Всем привет! Омск на связи. Омск находится в Западной Сибири, а сегодня 3 декабря 2021 года. И у нас вот такая... Опа! Да. Я, конечно, не стала бы показывать такую погоду, если бы не одно чудное явление, которое я сейчас вам покажу. Зима терпит фиаско. Что только не происходит на нашем круглом шарике. Что там центральная полоса России? Вот Сибирь, это да. Кто бы мог подумать, 3 декабря и вот такая погода. И вот такая дребедень, целый день. Вчера был проливной дождь, уж проливной, может быть, я круто сказала, но тем не менее это был дождь. А сегодня вот такое явление, 3 декабря. Ну а теперь пойдем, и я вам кое-что покажу. Ребята, ну что говорить о погоде 3 декабря? Представляете, какой ползет бекарас, мокрица. Ну ползи уже, покажи, что ты ползешь, а не лежишь. Ты усами шевелишь? Вот это фрукт. Вот это нормальное явление или нет? Зима. На улице зима. Откуда эта божья тварь взялась? А мы говорим о том, что наш коронавирус распространяется в морозные дни и хватает у него на все здоровье у этого коронавируса. Естественно, тут такая бекарасина ползет, и ей хоть бы что. Откуда ты взялась? Здесь даже нет отапливаемого жилого строения, потому что это рядом вот с нашим холодным подсобным помещением сарай, который называется хозяйственный, где инструментальный. Вот это да. Вот эта сцена. Ладно, не будем больше на нее смотреть, пусть она ползет с Богом. Я думаю, замерзнет, не буду даже я ее беспокоить. Пусть ползет. Вот так мы и живем в Сибири. Весь снег превратился в грязное месиво. Так, какой-то кошмар. Как будто весна. С крыш везде все валится. С теплиц снег уже давно упал. Петухи поют. У них весна. Приходится освобождать жёлоб. Это на крыше моего курятника. Ну-ка, дай-ка мне лопатку. Погляжу тут, что у нас тут происходит. Ой, какая история. Иначе все бежит через верх. Вот такая деревенская жизнь. Может быть, кто-то на это и не обращает внимания, на то, что бежит со всех мест. Вот так. На доме, конечно, не залезешь, не почистишь. А вот на сарае. Вот такая история. Вся крыша уже без снега. О, красота! Вот это погода. Самое страшное время года – это зима, когда идет дождь, а потом идет мороз. Смотрите, что творится. Вот такая вот фигня. Вот так мы и живем. А вы говорите, центральная полоса России – нет постоянной температуры. В Сибири что творится? Ну все, чистим снег где можно, потому что все это превращается в воду. Все это превращается в болото. Итак, нам удачи.
А вам здоровья и добра. Всем пока. 3 декабря.